Наши воины во все времена несут звание героев. Героев своего отечества, героев своей семьи. С каждым годом список героев нашей страны пополняется все новыми и новыми именами. И мы, живущие ныне наследники, внуки и правнуки героев, делаем все возможное, чтобы память о них жила во все времена. И первое, что я считаю, мы должны сделать, это поклониться родителям, папе, маме, кто воспитал настоящего героя, одного из лучших сынов Хакасской земли. Лидия Ивановна присутствует здесь. Лидия Ивановна, низкий вам поклон. От всех нас, от всей Хакасии, от всей страны. Хакасия старается бережно хранить память о своих героях. У нас в Абакане есть улица имени Игоря Ахпашева. Школа его родная, первая городская, бережно хранит память о нем. Ежегодно проводятся спортивные соревнования его имени. Сейчас мы вместе с вами открываем бюст. Сегодня мы присутствуем при открытии бюста гвардии старшему лейтенанту Ахпашеву Игорю Николаевичу, который геройски погиб 15 января 1995 года. Начиная с этого и до этого, и после этого дней, мне пришлось много заниматься розыском его. Мы останки его похоронили только спустя 6 лет на Подсининском кладбище города Абакана со всеми воинскими почестями. Но мне до сих пор не утихает боль сердца при виде его родителей. Отец, к сожалению, уже умер, Николай. Лидия Ивановна, слава Богу, здравствуй. Игорь почти 6 лет, больше 6 лет, не мог даже вернуться мертвым домой. Наконец вернулся, обрел дом, куда мог пригласить родственников, друзей, товарищей. И поэтому и памятник Игорю тоже как-то... Вначале поставили в городе Юрге. Первые же годы после окончания Чеченской войны в Юрге поставили памятник Игорю. Поставили памятник в городе Казани, на территории военного училища, которое заканчивал он. Начинается аллея героев Советского Союза. Аллея героев России начинается с памятника Игорю. Сегодня очень значимое и торжественное событие. Это мероприятие как очередной шаг благородной цели по увековечению имени человека, чья жизнь является достойным примером для других. Более 28 лет судьба достойнейшего сына хакасского народа, героя России Игоря Ахпашева, является достоянием нашей общей истории. Истории Хакасии, истории России. Молодой, но очень мужественный, решительный офицер с лучшими традициями российского воинства. Человек, который имел настоящие черты мужчины. Любовь к своему отечеству, готовность его защищать и служить своему народу. За нами, там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. С надеждой и ближе к ним станем, что победу нам дали.
за тех, кто нашел свое небо и больше не с нами.